4 декабря в Малом зале администрации состоятся публичные слушания по проекту бюджета городского поселения Кандалакши на 2013 год. Чтобы принять участие в обсуждении с правом выступления, нужно официально заявить о себе в кабинет номер 220 Совет депутатов города. Все интересующие вопросы по участию в публичных слушаниях можно задать и по телефону городского совета 9-67-84. А чтобы владеть темой обсуждения, необходимо зайти на сайт администрации по адресу www.amokandalakshya.ru и детально познакомиться с проектом бюджета муниципального образования на 2013 год.